Стихийная стоянка вместо газонов, лабиринты гаражей на месте детской площадки. Жители дома номер 3 по улице Райтнера пока о благоустройстве своего двора только мечтают. Как таковой детской площадки у нас нет. У нас вот эти гаражи, вот видите эти гаражи, да? Там, в общем-то, и пьют, и шашлык делают, и пожар был, вот я вызывал пожарную, вот, приезжал там, потому что дети играют, безобразничают. Опасности подстерегают на каждом углу, жалуются жители. Обломки от обвалившегося козырька над подъездом уже полгода напоминают о случившемся. Где-то в середине зимы у нас обрушился козырек у подъезда, вот. И он до сих пор разрушенный, сами жильцы его отбили, чтобы он упал не кому-то на голову, а чтобы хотя бы это... Вот. И он до сих пор валяется вот у нас около подъезда. Вопросы, которые нужно решить в первую очередь, поступают в приемную общественного совета микрорайона и звучат на встречах с жителями. Общественный совет уже начал работу на этой территории. После общения с жителями нами были направлены письма в департамент благоустройства, в Зеленхоз, на генерал-лейтенанта Солодовникова, имеются у нас пивные магазины в жилых домах. Mm-hmm. Конечно, населению это не нравится. То есть мы составили письма, вот в течение 30 дней мы ждем ответ. Общественные слушания по благоустройству микрорайонов проходят в рамках проекта «На связи с губернатором». Каждый вопрос от жителей общественники берут в работу и находят пути решения проблем. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.